На этой неделе в Славянске на Кубани состоялась зональная рабочая сессия клубных формирований, учреждений, органов по делам молодежи по вопросам успешного опыта работы и перспективного развития, молодежные клубы и объединения, настоящий опыт и сетевое развитие. В рамках встречи представители молодежных клубов из 11 районов края обменивались опытом работы и свежими идеями. С подробностями наши корреспонденты. Работа молодежных клубов в районах края – одно из главных направлений в профилактике социальных явлений в молодежной среде. Поэтому молодежный центр развития личности, который действует в системе молодежной политики, Министерство образования и науки молодежной политики Краснодарского края организовали эту сессию. Главная цель – взаимодействие представителей молодежных клубов, обмен опытом, обучение. Самое главное – чтобы молодежные клубы в районах нашего края развивались. А для этого им необходим толчок. Признается начальник отдела профилактики о социальных явлениях в молодежной среде Молодежного центра развития личности Людмила Богданова. Как раз таким толчком и является эта встреча. По ее словам, наш район для проведения зональной сессии был выбран не случайно, ведь здесь на высоком уровне организована работа молодежных клубов. Всего их работает в Славянском районе 47. Мы выбрали Славянский район одной из зон, потому что в Славянске у нас давно и успешно развивается эта форма работы молодежных клубов. Вообще молодежная политика в Славянском районе находится на достаточно развитом, хорошем, высоком уровне. Вот, поэтому Славянск сегодня является у нас принимающей стороной. На встрече присутствовала большая научная группа, в которую вошли преподаватели Кубанского государственного университета, кафедры, которая готовит специалистов в области молодежной политики. Среди них доктор политических наук, заведующая кафедрой государственной политики и государственного управления КубГУ Инна Мирошниченко. Она отметила, что кафедра госполитики и госуправления является основой для подготовки специалистов в работе с молодежью. Кафедра тесно сотрудничает с краевым департаментом молодежной политики. Совместными усилиями они разработали новую стратегию государственной молодежной политики в виде таких дискуссионных площадок, которые дадут новые векторы развития. Эта серия зональных мероприятий, которая стартует в Славянске на Кубани, должна найти новые способы взаимодействия различных субъектов молодежной политики. И в рамках этого взаимодействия, которое мы определяем как сетевое, поиск ресурсов для выживания и развития. И это не просто там просветительский семинар, это семинар, ориентированный на выработку новых моделей и на распространение положительного опыта в пределах края. Мы надеемся, что этот проект будет успешный и уже через какое-то время даст конкретные практические результаты. Открыл сессию начальник управления по делам молодежи Олег Смольников. Славянский район для всех знаком как район, в котором любят гостей. Очень хорошо, стараемся всегда встречать гостей, в котором есть молодежная политика, в котором есть свои достижения, есть свои успехи. Есть, конечно, и нам желание большое поучиться у наших коллег, у соседних районов, в принципе, всех гостей. Программа сессии была очень обширной. В дружеской и теплой атмосфере ее участники обсуждали актуальные темы в сфере молодежной политики. Также лекции с элементами дискуссии участникам рабочей встречи прочитали преподаватели КубГУ, кафедры государственной политики и государственного управления. Основные темы лекции – молодежная политика в условиях изменяющейся социальной реальности, проблемы публичной молодежной политики, модели и механизмы сетевого взаимодействия на уровне локальной молодежной политики и другие. После чего молодежные клубы Славянского района представили презентации, в которых продемонстрировали успешный опыт клубной работы и инновационных направлений. Вас приветствует клуб юных корреспондентов Славянского района «Апельсин». Наше вам апельсиновое здравствуйте. Мы создали апельсин. Много нас, а он оранжевый. Нашему клубу всего 4 месяца, но мы уже успели кое-чему научиться. Продолжаем учиться и по сей день. Завершилась встреча экскурсии по молодежным клубам нашего города. Участники семинара посетили молодежную телестудию «Апельсин», легкоатлетический манеж «Олимпиец», где молодежь нашего района занимается паркуром, а также комплексный молодежный центр «Континент». Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».